Здравствуйте, всем здравствуйте. Привет. Когда мы на поле вышли, он уже приходит. Сейчас стейкбол начнет играть, мне это не нравится. Салтык, ты уж полчаса перебываешь. А вот так и в игре. Калач. Подача. Хорош, Сережа. Я. Проходи. И взлетай. Давай. И свои, с нашей. Да, давай. Все, Сереж, виноват. Ой! 5-4. Давай, побежали. Каждая победа придает уверенность. У нас из 4-3 победы мы настраиваемся продолжать наш ход и побеждать в каждой игре. У нас нет того, что как бы мы можем расслабиться. Нас это надо больше смотивировать и идти вперед. Я не скажу, что 4 игры это какая-то большая дистанция, на которую надо делать какие-то там глобальные выводы. Посмотрим, что будет впереди и посмотрим, что будет в ближайших матчах. Что ты знаешь о «Динамо»? Это их первый дебютный сезон в премьер-лиге. Они выйдут заряжены, на победу заряжены. В каждом единоборстве надо не проиграть в этих единоборствах и показать свою игру с мячом, и тогда все будет нормально. С Краснодаром у них была неплохая игра. Так что еще до игры есть время, так что посмотрим на теории, что нам скажут, и посмотрим сильные и слабые стороны. И завтра его! Так, делай ты сразу. Твой, да? Да. Не мой. А. Насквозь, а? Забей! И сразу забей. Вот! Вратарь-то есть, нет? А вот, что там, Антон? Катили на 11. Что, давай, давай, еще ближе, кати. В игре так бьют. Да. Антон, что, Антон? Смешные. Антон! Антон! Давай, Антон! Вратарь есть? Ну не поддавайся ты! Ну?